посмотреть видеозаписи заседаний на официальном сайте. И они всегда остаются в курсе всех значимых событий, происходящих на территории района, и могут сами принимать участие, в них активное участие, напрямую выражая свое мнение, на которое Совет депутатов опирается в первую очередь в ходе выработки собственной позиции по тем или иным жизненным вопросам. Ну и в завершение я хотела бы остановиться на задачах на 2023 год и сказать об одном, что главная задача – это поддерживать инициативу жителей по повышению качества жизни в районе, повышение открытости, информационной доступности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование системы патриотического воспитания жителей округа путем формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.